Современные дети развиваются вместе с новыми технологиями. Мало времени уделяется на то, чтобы ребенок развивался гармонично. В этом помогает занятие музыкой и другими видами искусства. Городской проект детской музыкальной школы «Вдохновение» стал победителем гранта главы администрации города. Вот уже несколько лет на концертной сцене детской музыкальной школы проходит такой был школьный проект, который назывался «Вдохновение». В этом концерте принимали участие лучшие дети нашей школы, и играли они вместе с двумя оркестрами. Камерным оркестром Чувашии и ансамблем русских народных инструментов «Музыкальный сувенир». И была успешная апробация этого концерта, и возникла реализация превратить все это в проект, который дал нам еще большие возможности для раскрытия главной цели. А цель у нас такая – дать возможность каждому ребенку проявить себя в солировании. Это приобретение бесценного сценического и артистического опыта. Отметим, что данный проект проводился 4-й год. Задача городского музыкального проекта «Вдохновение» – приобщение горожан к прекрасному миру музыки, пропаганда классической, народной и современной музыки. Благодаря тому, что ребята смогли выступить на сцене с двумя разными оркестрами, исполнялись различные по жанрам и стилям произведения. Конечно же, мы хотим обратиться словами благодарности за поддержку администрации нашего проекта. Также хочется выразить огромную благодарность нашим преподавателям, конечно же, юным солистам, которые провели огромную, колоссальную работу. И особенно хочется отметить мне отзывчивость и работу двух руководителей ансамбля. Это Сергея Григорьева, руководителя камерного оркестра Чувашии, и заслуженного работника культуры Чувашской Республики Людмилу Лугунову. Это руководитель ансамбля «Музыкальный сувенир». В программе концерта прозвучала музыка в исполнении учащихся различных отделений. В качестве солистов выступили юные флейтисты, учащиеся по классу скрипки. Слушатели получили возможность насладиться различными сочетаниями инструментальных ансамблей. Большой позитив энергии, праздничное настроение и восхищение юными музыкантами унесли зрители с концерта «Вдохновение».